на Бардзали. Коман отошел назад. Кингсли Коман. Феррейра, опасный момент. И 1-0. Ювентус выходит вперед. Какой же ужас творится в защите у Наполи. Как забыли про Феррейру. Голевой пас на счету Кингсли Комана. Но я что-то не понял, как оказался Феррейра абсолютно один у чужих ворот. Загадка абсолютная. Все поздравляют Комана с прекрасным пасом. Но я все же надеюсь, что нам на повторе покажут, как же так получилось, что Феррейра один. Вот он. А, ну понятно, Гулям пытался сделать офсайд, а Брито сбросил центральную зону. Вот в саму зону и вбежал Роберто Феррейра. Ну, как абсолютно расхлябанность в центре обороны у Наполи и привела к пропущенному голу. Ну и радость болельщиков Юве. Я думаю, что сейчас примерно в таком же восторге.